Голос. З Олегом Борисовим та Дімою Білобровим. На Київ-ФМ. Вітаю усіх, хто долучився до прямого ефіру Києва ФМ. Ми так само транслюємось паралельно в ефірі телеканалу Київ. Тому і наші телеглядачі, і наші радіослухачі долучайтесь до нашої розмови. Буде дуже конструктивна, дуже змістовна розмова. Тому що сьогодні у нас в гостях депутат Київради Костянтин Богатов. Я вас вітаю. Доброго дня. Дякую, дуже дякую, дуже, що долучились до ефіру. Перед тим як розпочнемо розмову, я нагадаю нашим телеглядачам і радіослухачам, що абсолютно кожна людина може написати на наш студійний вайбер абсолютно безкоштовно ви можете написати своє питання до пана Костянтина, можете прокоментувати, почути, можете озвучити свою проблему в рамках комунальних там питань. Можливо, хтось не прибирає сміття, можливо, хтось ігнорує там 1551 не беруть слухавку і так далі. Напишіть про цю проблему до нашого вайбра 098 009 98 98. Ми це питання поставимо депутату Київради, і він в рамках свого депутатства може написати депутатське звернення і взяти. Це питання в роботу. Отже, давайте розпочинати. Пан Костянтин, ви, окрім того, що депутат Київради, ще ви є у екологічній комісії. Скажіть, будь ласка, екологія Києва останнім часом вона під великим питанням. Питанням, чому активісти нещодавно опублікували ем, моніторинг стану Дніпра? Наприклад, він найбрудніший. Е, деякі кажуть, що це причина того, що у Дніпро скидаються фосфати е, там лівньовки, каналізації і так далі. Інші кажуть, що це все ж таки спричиняє спека. але Питання Дніпра, це не лише питання Києва, це і державне питання. От скажіть, будь ласка, на екологічній комісії чи обговорювалася проблематика нашої річки в межах міста Києва? Доброго дня ще раз. Ну, По-перше, по на останньому засіданні Київради мене вивели виявилася става екологічної комісії. попри мій спротив, несмотря на те, що я писала обращання. высказывал свое несогласие с этим подходом. Тем не менее, меня из экологической комиссии удалили. Это не означает, что я перестану этим вопросом заниматься, но это, конечно, сужает возможности депутата, когда ты не член профильной комиссии. Что касается работы самой экологической комиссии, то она сейчас, на мой взгляд, работает, с одной стороны, не в полную силу, а с другой стороны... Не, совсем, не, не всегда в том направлении, в котором бы ждали от нас наши избиратели, горожане. Мы не собирались достаточно длинные промежутки времени. Вот. сейчас у нас не произошло заседание комиссии как мы планировали я считаю что в этом есть определенный скажем так элемент манипуляции со стороны головы комиссии поскольку есть такой у нас по регламенту Скажем, процедура так называем мы сейчас нас годом то есть тобто если на комиссию попадает якісь проект решения и он в течение тридцать дней не разглядается то небыта считается что комиссия умов сейчас зной сго підтрымала так вот коли э, некоторые проектные решения Резонансный, не треба, скажем так, обуховоривать то комиссия не сбирается и проходит эти решения мимо, скажем так, мимо обсуждения депутатами. Что касается Днепра, ну, я бы не сказал бы, что проблема только, скажем, Киевской экологии в состоянии Днепра. Днепр у нас, слава Богу, река Великая, протекает через всю страну. Вот, и каждый город, каждое, скажем, предприятие на его берегах вносит свой вклад. Вот. Мы можем лишь бороться с огромным вкладом в Киева, чистить ливневки, работать с предприятиями на предмет установки дополнительных очистных сооружений, менять стратегию обращения с Днепровской водой. Вот. Но це не только вопрос города, это вопрос, скажем так, всей держави. Ну але якась от зокрема серед депутатів Київради комунікація є з центральною владою, тому що у нашій Київраді представлено дуже багато фракцій партій депутатів від таких самих партій парламентських парламентських чи тримається якось така комунікація? Тому що питання Дніпра дуже важливе, це важлива артерія нашої нашої країни. Вы знаете, к сожалению, за вот эти шесть лет моей работы в Киевраде очень мало примеров, когда депутаты Миссева Ривня мают поддержку депутатов парламента. Это касается всех партий. То есть, не исключение там, ни Евросолидарность, ни Голос, ни в прошлом Самопомощь. То есть, везде примерно одна и та же ситуация. То есть, такой коммуникации, где бы парламентарии были сосредоточены на проблемах местных громад, ее не существует. Добре, тогда давайте за экологию посреди места Киева. Я маю на увазе Экопарк Каркия. Экопарк, совские ставки, Вони они под риском Скажіть, Скажите, будь ласка, какая их доля, как это вы решается сейчас? По совским идет мощнейшая борьба, очень дружная громада, очень такая прям серьезная подготовка, очень приятно им помогать, такие сильные правильные люди. В судебном в судебной плоскости было. Принято несколько прям вот таких хороших решений в пользу громады. Но забудовник, конечно, тоже не складает рук, и сейчас это все находится в судах. Мой прогноз, что громада именно по совским тут редкий случай имеет большой шанс победить, кроме ну, один из аргументов в эту пользу что. Если не ошибаюсь, через полтора года заканчивается договор аренды. Вот. И, скажем так, это такой дедлайн, после которого, ну, безусловно, коррупционный консенсус Киеврады может и поддержать продление этого договора, но все-таки это будет дедлайн, на котором громада может победить. И сейчас все идет к тому, что громада ну, очень сосредоточена. По сокоркам произошла глобальная зрада. Мэр подписал тот славно меморандум с центральным забудовником города, со столицей групп. Вот, э, нибыто под прикрытием того, что э, обездоленные вкладчики должны наконец-то отрымать житло. Э, я не возражаю, они, возможно, и должны отрымать житло, я договоров тех не читал. Но, наверное, не за счет других людей, которые хотят дышать свежим воздухом и где-то все-таки видеть хоть кусочек зеленой территории, а не только каменные джунгли. Вот, поэтому э, под видом компромисса в пользу обманутых вкладчиков на самом деле застраивается гораздо более гигантская территория. Сам меморандум тоже имеет свои, скажем, свою специфику. Нам показали только вершинку айсберга этого меморандума, только публичную часть. Нам не, мало кому ведомы все эти приложения, дополнения, додатки, по которым все будет не так радужно, как объявил мэр скажем так, в обнимку с этим забудовником. Вот поэтому по экопарку ну, борьба длинная, трудная и, в общем, и тяжелая. Ну, але стоит э, сутковую зараду пока что нет, насколько я понимаю, все-таки там же договоры подписаны, и теперь можем ожидать против, активистов против представителей забудовника? Нет, договоры, насколько я знаю, еще не подписаны, потому что там э, по настроению забудовника уже опытные люди, они понимают, что на самом деле громада сильна, на Сакарках, они поставили целый ряд условий, там, где каждый должен выполнить свою часть, в том числе город, в том числе там, МВС, там цел, целая система принятия этих решений. Насколько я знаю, что все умовы еще не выполнены и, соответственно, окончательные договора не подписаны. Но это все идет к тому, то есть борьба за это идет. Доброе. Тогда расскажите, пожалуйста, вы вот в куларах Киевради Бильш. Розбираєтеся, розкажіть, як воно відбувається насправді, тому що я от дуже часто читаю. Я практично у всіх депутатів Київради підписаний. Я читаю пости і бачу однообразне завжди. Ми підтримуємо громаду. Ми проти забудови хаотичної. Ми проти того. Проти того, зокрема, от фракція ЄС про це говорила. Це факт, який я от і питався у депутатів. Вони підтримують проти забудови, але. Якщо брати там мінський масив, або ще якийсь там про детальний план забудови і так далі, то вони голосують за. Як так відбувається? І чому, ну чи можливо, я не до кінця розумію, що не про ті якісь там детальні плани йде мова, але чому ми таке спостерігаємо? Це двобічна гра. чи не и просто тыцание на кнопки? Ну, 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 ну. Вот то, чего точно нету, так это несведомости депутатов. То вот тут вы не обижаете их, дуже сведомые люди, все состоявшиеся в большинстве своем предприниматели, опытные политики, то есть там случайных тыканий пальцами там один на тысячу. Нет, это называется политическая коррупция, когда, скажем так, внутри в каких-то фракций Например, внутри фракции Батьковщина есть мощное лобби застройщика столицы группы. Это Минский массив. Им очень важно было принять это решение по ДПТ Минского массива. Соответственно, они идут к другим фракциям и просят их поддержать. В ответ другие фракции просят поддержать их вопросы. Ну, к примеру, там в составе Европейской Солидарности находится бенефициар Совских Ставков, депутат. То есть он там как бы выступает главным застройщиком и лоббистом этого вопроса. Соответственно, я не удивлюсь, когда... А, собственно, еще удивляться. На комиссии, возглавляемой Денисом Москалем экологической, вопрос Совских Ставков скажем так проходил не то что со скрипом понимаете со скрежетом и слезами то есть пламенные спичи о том что давайте не все так однозначно давайте посмотрим может там все-таки надо что-то построить вот таким вот образом ты мне я тебе происходят балансы договоренностей иногда это просто какие-то скажем так личные просьбы а иногда это просто договоренности между фракциями Це можливо викинути. Я особисто знаю дуже багатьох депутатів із європейської солідарності, зі слуги народу, з удару дуже адекватних, дуже реально патріотичних в плані міста Києва. Але чи реально це ну, перемогти, коли у той чи іншій фракції реальної представники, от як ви кажете, забудовника? Ну як вони, депутати Київради, можуть відстоювати права громади, якщо вони самі по факту є представниками забудовників? Це, до речі, моє питання можна пов'язати з нашим слухачем, який Світлана нам написала: забудова міста Києва. Як це перемогти? От написала Світлана на наш студійний вайбер. Слушайте, ну я не знаю, у меня нет конечного ответа. Я могу рассказать, как мы там три года сдерживали детальный план территории по оболоне, который там в такие во вторник был принят. Вот, как мы за этим боролись, как мы подключали, скажем, и юристов, и активистов, и, 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 и проводили громадские слушания. И тем не менее, мы все равно проиграли. Мы лишь взвинтили цену вопроса для застройщика, который три года с нами боролся и в конце концов там решил свои вопросы в Киев-совете. Демократический способ это на следующих выборах дать оценку этому вопросу. Хотя вот на прошлых выборах, перед прошлым выбором, во время избирательной кампании, там, мой там, маленький штаб депутат, кандидатский подготовил анализ голосований всех фракций за детальные планы территории. И там было совершенно четко видно, кто системно там, на 95-98% голосовал за. Были фракции, которые там 50 на 50 их немножко, были, которые не голосовали. А так вот, условно говоря, депутаты, которые всегда поддерживали. Ну, что, на что это повлияло? То есть все равно эти же люди еще раз вошли в состав Киевсовета. Застройщики, ну, наверное, должна появиться какая-то политическая сведомость громадян, которые голосуют. То есть нам не нравятся побитые дороги, нам не нравится э, коррупция, нам не нравится хаотичная застройка. Но тем не менее мэр побеждает там 50 плюс процентов. Ну значит нам с вами не нравится, а остальным нравится. Можно так такой вывод сделать? Давайте, можливо можно трошки до оптимизма, потому что сейчас все кто на думають, думает все гайки. Да, Капец. Смотрите. Знову ж таки, це до вас питання вже, напевно, як до депутата Київради, не там, щодо комісії і так далі. Питання заторів. Ми зараз спостерігаємо у Києві вже п'ятий день поспіль, дуже великі затори. Одразу хочу сказати: на проспекті Миколобажина затори через Постійний щорічний ремонт південного мосту це традиційно. Що стосується великої кільцевої, там так само на баланс Києва передали частину дороги, там вона так само ремонтується, але не лише через ремонт у нас затори. У нас затори через велику кількість світлофорів і відсутність аеродух, так званих естакад. Скажіть, будь ласка, чи обговорюється в кулуарах Київради чи обговорюється план боротьби з заторами міста Києва? Нет, не обговаривается. Не обговаривается, потому что слишком глобальное питание, куда как интереснее позаниматься локальными точечными вопросами и, скажем так, решить свои проблемы. Кто Смотрите, может да. быть... Э, 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 Смотрите, голуб... я, я еще маленький комментарий. А Затуров. Еще на уровне 2015-го, когда там, я впервые избирался в, в Киевский наш парламент, тогда было очень популярно консультирование нас ведущими европейскими какими-то институциями, очень опытными экспертами в плане там, разных инфраструктурных Структурных проблем города. В том числе приезжали к нам э, ребята, которые консультировали нас по поводу борьбы, скажем так, с транспортным каллапсом. Э, один такой вот момент, который важный, они нам объясняли. Говорят, вот, э, вот берем состояние города сегодняшнее, да, вот там тяжелые пробки, там тяжелые движения. Вот если с этим бороться, то примерно такая же ситуация будет сохраняться еще там долгое время. Если с этим не бороться, то это все будет просто умножаться. То есть, э, с учетом увеличения количества автомобилей, плотности жилья и всего остального, нам, если очень быстро бежать в этих инфраструктурных проектах, то это шанс сохранить хотя бы на этом уровне, где мы находимся. Если бы мы побежали в 15-м, сохранили бы на 15-м. Побежим сейчас, будем примерно держать вот эту историю. Вот. Что касается светофоров, э, дух, переездов. На каждом конкретном точечном участке, я занимался несколькими проблемами, там, несколькими участками, можно этот вопрос обсудить и решить. Но гораздо важнее глобальная транспортная стратегия города. То есть мы должны возвращать электротранспорт, мы должны возвращать трамваи. У нас проблемы со средствами метро, в том числе финансовые и менеджерские, и финансы, и коррупционные. Это дорого, это долго. Значит, надо запускать быстрые решения в виде трамваев. Если посмотреть там, западные американские города, у них куча наземного скоростного электротранспорта. Потому что метро, ну, действительно, строить очень дорого, а в некоторых местах, ну, практически невозможно. То есть, ну, это должна быть транспортная стратегия, понимаете. А, ну, точечно, я согласен, в каком-то конкретном эпизодическом участке можно под эту развязку сделать по-другому, и будет легче. Можно в 10 развязках это сделать, и будет легче. Это будет какое-то облегчение, но это не, это не будет решение стратегическое. Вот. Стратегическое решение — это понимать, что нам нужно выделять гектары не под жилые комплексы, там, на условных минских массивах, а под перехватывающие парковки там где тысячи приезжающих со стороны Выжгорода, со стороны Белой Церкви, со стороны откуда они могут ставить свои машины, пересаживаться в скоростной наземный транспорт, комфортный, и ехать в город на свою работу. И тогда это, это стратегическое решение вопроса. У меня зустричное питание. Если недалеко ходить, место Варшава. Там очень сильно развиненный электротранспорт. Да, да. Трамваи, электробусы, троллейбусы, электричка міська, электричка регіональна, швидкісні потяги міжрегіональні. И і там все Так от дуже плотно, і ти з будь-якої точки Варшави до центру. От я там жив неподалік арени Варшава, бо з будь-якої точки ти сідаєш у будь-який транспорт 8-10 хвилин, ти у центрі міста. Ще одне важливе: там ніколи не буває стовпотворінь у громадському транспорті. Там вагони трамваїв навіть у годину пік, вони не півпорожні. В той самий час наші трамваї київські вони забиті ще не завжди, і в той самий час. Завжди звітують Київпастранс, що трамваї автобуси збиткові. Як так виходить у Варшави, дуже багато трамваїв і зручно добиратися, і вони не збиткові. У нас збиткові жахливий стан трамваїв, окрім швидкісного, там на правду кажучи, дуже класно. А от якщо там брати глибочицької прибічні трамваї, вони завжди забиті, але все одно збиткові. В чому тут проблема? Дуже дуже вдалий приклад. Я по Варшаве владею ситуацией, поскольку моя донька несколько роков навчалась там в университете, и плюс как депутат я имел возможность общаться с варшавским муниципалитетом, и они рассказывали там про про инфраструктурные вопросы. Ну, первое про Варшаву. В Польше существует на законодательном уровне запрет устанавливать любые коммунальные там, транспортные тарифы ниже их себестоимости. Вот просто запрет. Есть закон, запрещающий на вывоз мусора, там, на теплоэнергию, на горячую воду, на все, что угодно на электроэнергию, в том числе на громадский транспорт, ставить тариф ниже себестоимости. То есть у них по определению проезд в громадском транспорте окупает стоимость содержания этого громадского транспорта. Кроме всего прочего, этот вопрос стоимости, он еще и решает вопрос, ну, бесцельных поездок. Но понимаете, у нас э, пенсионеры имеют льготный проезд. То есть надо, не надо. Я, ну, я не против, чтобы эти люди чувствовали какое-то чувство комфорта. Но э, количество поездок, когда эта стоимость поездки э, выражается в реальных деньгах, оно рационализируется. Соответственно, стоимость позволяет... Э, окупать позволять э, правильно этим управлять и сокращать количество людей к примеру студенческий э, проездной э, месячный на все виды транспорта если я не ошибаюсь стоил порядка двести 250... пятьдесят польских злотых это что-то в районе 750 гривен а, то есть это угу. достаточно ну крепкая часть то есть это это не так чтобы страшно дорого как для поляков но это заметные деньги чтобы ты задумался над э, на, скажем так над этими деньгами и эти деньги достаточно для того чтобы транспорт функционировал и управлялся единственное в варшаве изумительно построенная система так. ты подходишь к остановке ты видишь прям табло по минутам как куда что по Там оно, честно короче и на трево потому еще трамвай дуже. Часто ходять. О знову ж таки, я там ну от, знов ж таки згадуючи згадуючи Варшаву жив далеченько, але ми пробивали, значить, таксі місцеве там Uber Так само пробуваємо трамвай, і трамвай дешевше і швидше показує, тому що на автомобілі там дуже сильно фіксується рівень швидкості. Mm. Там ну не можна, як у нас. Перед південним мостом ти йдеш 130, а на південному мосту всі знають, що є фотоапарат автофіксації, і всі гальмують до 50 кілометрів. А потім п'ять пагна, да, потім знов погнали на Бориспіль. Там такого немає, і там на трамваї навіть ти, от коли через міст переїжджаєш, центральний, коли до центру міста їдеш через міст. Ти навіть у заторах на трамвай обганяєш автомобілі, і це дуже приємно. Так само мені дуже стра... подобається стратегія Барселони. Проспект Діагональ. у Києві зрозуміло цього не зробиш, але там так само настільки розвинений. Там трамваї такі відчуттями мене складається, що там електротранспорт він стоїть в пріоритеті. От, ну я не знаю, тому що там автомобілі можуть стояти у заторах, але трамваї, і поруч з ними є велодоріжки і самокатні доріжки для електросамокатів. у пріоритеті. Чи можливо, враховуючи нашу географію міста Києва, впровадити так само завдяки майбутній, умовно кажучи, транспортній стратегії Києва? Ну, я думаю, что у нас других простых вариантов-то нету, ну, по большому счету. Я думаю, что некоторые дороги, ну, там, тот же наш старый подол, они просто должны перейти на общественный транспорт по определению с крайне редким включением ну, личного транспорта проживающих. То есть я, как житель, там, Аболония, на подол должен попадать исключительно общественным транспортом. И эта стратегия многих городов. Они вложили, конечно, огромные деньги в эту историю, но ну, можно просто перечислять и перечислять, как построена история. То есть есть условно старый, там, полу... Старый центр, и есть такая радиальная, радиальные выезды на, на некое подобие окружной. То есть, грубо говоря, проехать через город 5 километров это будет слишком сложно, поэтому люди выезжают на окружную, проезжают 15 кругом и заезжают в нужный сегмент. И это быстрее. Для цього нужно, звісно, потратить огромные інфраструктурні деньги, где-то щось то что-то что достроїти. Не знаю наскільки в Києві це можна було б бы у нас зробити. Ми окружною, за сколько там вже десятків лет не можемо ну, там, там, насправді, от я вивчав цю інформацію, зокрема із Віталієм Кличко. Він тут сидів у цій студії, розповідав, що проблема в тому, що там частина кільцевої, вона досі на балансі Київської області. И это Ой, одна я с... Ну, это, это я тезы. Ну, так это можно найти все, что угодно. Но за 7-8 лет не решить вопрос, при том, что и в прошлой конденции было большинство в парламенте Верховной Рады и в парламенте Киевском. Ну, что это за, как это скажем так... За отговорки. Это уже про менеджмент, это уже, это, скажем, про умение решать вопросы. Ну менше з тим будемо сподіватися. Дивіться, у нас хвилинка лишається до завершення ефіру. От знову ж таки, від вас хочеться більше коларських, таких куларних там можливо перепиті, можливо, там якихось розмов. На чому зараз акцентують увагу депутати такі в ради? От які пріоритети? — Зараз основная концентрация — это борьба за фракции со стороны мэра с точки зрения предстоящего возможного назначения нового главы КМДА. Вот. — А что до киевских пытаний? Для, звуч... для нас, звучанных киян? — Да подождите, тут же как это скажешь. Родина в опасности, а вы про киевские пытания. Зрозуміло, добре на цьому. Ну я сподіваюся, позитиві Все ж таки, знаєте, от за що люблю українців, навіть е, знаючи проблеми, все одно сміються і все одно жартують. І це дуже класно, тому що якщо є оптимізм, це все ж таки ну як не крути але позитивно. Дякуємо дуже, пане Костянтину. Да, Завжди радий бачити вас у цій студії. Я нагадаю, що депутат Київради Костянтин Багатов був у нашій студії. повтор цього ефіру. Дивіться на YouTube каналі Києва FM Звісно, в ефірі телеканалу Київ. І не забувайте писати на наш студійний Вайбер 098 009 98 98. Деякі питання сьогоднішні ваші зачитав і питання пану Костянтину поставив. Дякую дуже усім. Далі ще більше інформаційного контенту для вас. 10.53 у Києві. Залишайтесь з Києвом.